Фрунзенский район единственный в Ярославле, где никогда не было скейт-парка. Я решил кардинально решить эту проблему и сделать бетонный скейт-парк самостоятельно с ребятами. Но для этого мне нужна ваша поддержка, нужны деньги на бетон, нужно совсем немного. Минимальная сумма это 4000, поверьте. На весь скейт-парк уйдет сильно больше, но бетон нужно купить в любом случае. Здесь будет квотер, здесь будет книжка, с одной стороны радиусная, с другой стороны прямая, ролл, будет фаник, manual box, и в конце будет бэнк. И будет возможность добавить что-нибудь еще. Если хотите поддержать, все реквизиты будут в описании. Спасибо.